Внимание, внимание! Всем привет, дорогие друзья! И мы продолжаем игрушку под названием ЧЗО. Так скажем, продолжаем ее анализировать, смотреть, проверять, обзорить и так далее. Спасибо Ветру Геймс за то, что оценили мой предыдущий ролик. Молодцы, ребята! Ценю это. Почему говорю молодцы? Потому что я уже знаю, что их два разработчика. И это очень классно, скажу я вам. Хорошо, когда есть человек и друг, который, так сказать, единомышленник, с которым можем вместе работать. Сам по себе знаю, потому что YouTube я занимаюсь один. И это очень сложно, так скажу. Ну, как сложно? Было бы повеселее, конечно, с напарником работать. Ну, как-то так в итоге. Что имеем, то имеем. Правда, конечно, Вилли, он подписчик, тоже нам помогал. На канале пару там видосов тоже про, так скажем, монтажировал, там всякие плюшки добавлял. Это очень старые видео. Сейчас тоже иногда с ним общаюсь, конечно. Но как обещает там мне превьюшку, там потом концовку, и так еще не делает. Обещает, так и на обещание остался. Короче, неважно. Ну, это же не главное, правильно? Главное — контент на видео. Блин, ребят, что-то я, наверное, очень заголтался. Сейчас не об этом. Сейчас мы будем играть в ЧЗО. ЧЗО, ППС и так далее, тому подобное. Новая игра. Начинаем по-новому. Кстати, ребята еще сообщили с Vetro Games, что игра обновилась. И тут добавлено что-то новое. И интересно, посмотрим, что у нас тут будет. Кстати, еще я понял. Оказывается, сохранение не возле палатки, а возле костров. Вот так, короче, клацаешь, все. Оп, сохранился и погнал. Кстати, надеюсь, вот смотрите, вот сейчас подбираем. Плюс 5 еще здоровья. Надеюсь, это потому, что в предыдущем видео посмотрели разработчики и добавили эту фишку. Потому что шоколад, конечно, это еще и плюс ХП надо, чтобы было. Если это так, то, дорогие разработчики, если будет такая возможность, пишите в комментариях. Если вы что-то, например, добавили, так скажем, опа, аптечка еще упала, в игру после моих просьб на видео, то пишите, пожалуйста, было бы интересно бы посмотреть, думаю, и мне, и зрителям на вашу реакцию на видео, как бы. Были ли изменения после, там, не знаю, я попросил там что-то добавить, я говорю, реально добавили и написали, вот, Devil Play мы добавили, все остальное, было бы, думаю, прикольно. Оп. Все, их тоже замочил. Почему такая просьба? Потому что обзоры по этой игре не только я один делаю на YouTube. Ну и хотелось поэтому конкретно понимать, с помощью какого обзора реально были какие-то добавления в игру, каких-то там фишек, плюшек и так далее. Вот, кстати, тут уже хлеб у нас не стоит на столе. Вот на полу у нас шоколадка, которую мы можем в конце концов подобрать. Прикольно, кстати, придумали, что вот это, я так понял, то ли бабло мы подбираем. О, кстати, костер. Но только этот костер не для сохранения. Ладненько. Тогда пошли дальше. То, что автоматически подбирается вот это патроны, да? Кажется, да, патроны. Вот это очень удобно, кстати, придумали. За что спасибо разработчикам. Кажется, ну, в предыдущей серии это не было. Так, вот дробаш. А, патроны, кстати, одинаковые, да, я так понял. Неплохо было бы, если в игру добавили. Кстати, комментарий тоже им написал, когда мы общались. Добавить в игру, знаете что? Было бы неплохо добавить в игру... Так, это, кажется, телепорт назад. А ну, что-то подобрать можно или что это? Вот почему тут рука, например, появляется? Вот я не могу понять, что тут можно, какое действие можно тут. Что-то можно использовать или подобрать, непонятно.
Так, подбираем патроны. Шприц подобрали. Против радиации. Надеюсь, в этой серии мы хоть доберемся до следующего костра. Оп, пробрались сюда тоже. Так, убегаем, пока радиация нас не сожрала. Опа. Короче, один выстрел ломает один ящик. Так, давай перезаряжусь. А чё так? А чё, два патрона, что ли? Двухстволка это? Я думал, типа, тут будет где-то 6 патронов или 7. Блин, не туда выстрелил. Да, двухстволка. Можно, конечно, экономить патроны. А точнее, наверное, дальше будет ещё нужно. Ну, то есть, ножом разбивать эти ящики. Так, это, кажется, не поломано. Блин, хп мало. Жесть. Вот так можно и провтыкать, что нужно хп восстанавливать. И от радиации лечиться. Ё-моё. Ну, два выстрела полностью хватает, чтобы выносить одного чувачка вот этого. А, нет, не всегда. Что-то этот не сдох. Блять, промахнулся. Так, а что за автоприцел? Где автоприцел? Тут же вроде должен был быть автоприцел. Какого черта, а? Вот скажите мне, пожалуйста. Сейчас мы сдохнем. Наконец-то. Куда? Куда пропал автоприцел? Или тут нет автоприцела, что я что-то путаю? Короче, неважно, блин. Что-то мне подсказывает, что мы не пройдем. До сохранения уже две аптечки осталось. Так, откуда-то вход здесь был вроде. Как я помню. Так, давайте уже аптечку жахнем. Короче, берем автомат. Да и хрен с ним, этим дробашом, он что-то мне не понравился. Он то, блин, с двух выстрелов может выносить, то он не может выносить с двух выстрелов. Короче, рисковая фигня. Лучше взять автомат. Так будет практичнее. А ну хлеб. Плюс хп, отлично. А, вот эта хрень тут. Надо это обойти. Эти БТРы. Блять. Я понял, что у нас хп так пропадает. Это походу от взрывов. Вот было бы, если анимация еще. Вот, например, вот по нам выстрелили, у нас анимация, что у нас хп уходит. Было, не помешало бы. А то вот срываются бочки, у нас хп уходит, там, а непонятно, что у нас коцнуло или нет. Вот как вот это хотя бы анимация сейчас только что была. Да блин. Так. И да, тут не хватает еще, знаете, что возможности уворачиваться. Так, а как туда пройти отсюда? Ночь, конечно, очень темная, скажу вам. Ни хрена не видно. А, может, типа к лучшему? А, не-не, нас видят.
Так вот, например, сейчас вообще непонятно. Да ё-моё, блядь. Да это не Lost Souls, это Dark Souls, блин. Сараза, не-не-не-не-не-не, только не сейчас, блядь, не сейчас, да. Мы только-только уже нашли, как пройти дальше. Загрузить. Хорошо, откуда мы загрузимся? С костра. Да ну вас нахер, блин. Ладно, сейчас я попробую опять добраться до туда. Ну и продолжим запись. Дошли мы до этого места, момента. И хотелось бы кое-что добавить, но давай сначала пройдем. Все, это мы открыли, перезаряжаемся. И валим. Так, 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 подбираем хавчик. Блин, отбегаем от этого водоворота, блин, от этой карусели, блин. Так. Так, а ну-ка внизу, что у нас есть тут? Ну, тут не особо. Хотя бы, может, здесь что-то, блин, спрятано под деревьями, кстати. Это тоже немножко... Я понимаю, конечно, прикольно, там, вот, типа, секрет, вот, нашел секрет, ты подбираешь что-то там. Ну, блин, очень сложно заметить, что там под деревом. Ну, хотя бы можно было бы, если... Например, подходишь к дереву, да, оно становится полупрозрачным. Вот это неплохо было. Что бы еще хотелось бы добавить? В игре не хватает, знаете, еще чего? То, что где радиация есть. Вот когда ты тупо просто на секундочку залез не туда и получил радиацию хоть чуть-чуть. И вот это чуть-чуть радиация, оно тоже начинает жрать хп. Поставьте какой-то лимит. Вот смотрите, я укажу. Вот хотя бы вот здесь или вот здесь, типа, уровни... так скажем, поражение радиации. Типа вот до сюда вот чуть-чуть будет забирать хп, тут уже типа будет больше хп, ну там уже на ваше усмотрение. Ну вот когда вот радиация вот до сюда доходит, и у меня начинает пропадать хп, ну это сильно жестко, ребята. Я считаю, что это немножко перебор. Вот, конечно, у вас может быть свое мнение по этому поводу. Ого, прибавилось хп. Это что я такое подобрал? Прикольно, здесь такие тоже есть фишки. Мне понравилось. Очень не хватает патронов, ребят. Я же вроде писал тоже в комментариях. Было бы неплохо сделать, знаете, как то ли торговые автоматы, например, подбирать можно было. Например, валишь врагов, типа можно было подбирать с них бабло, или там лежало бы где-то денежка, поняли? Вот подходишь потом к автомату торговому, или улучшаешь свое оружие, или покупаешь за эти деньги патроны. Ну там уже на ваше усмотрение. Я думаю, было бы неплохо, если бы это в игру добавили. И... почаще, наверное, было бы неплохо эти костры. А ну-ка, а ну-ка. Катсцена. Нихера себе. Нас танк задавил. Обидно. Вот это, конечно, поворот. Что это? Не, надеюсь, я не буду сейчас повторно заново играть. Ох, ё-моё, это рука или нога? А я раньше сыр косичкой любил. А с глазами что? Только не говори, что по тебе танк проехался. Так, в смысле? О, ну и пофигу. Главное, башка не место. Ну, ладно, забудь. Главное, мозг цел. Подожди, не рыпайся. Сейчас все наладим. Перельем тебя в свеженькое тело, и ты сможешь снова нелепо умереть. Прикольно. Здесь сюжет есть, оказывается. Так, я теперь послушай. Начальству очень не нравится, когда их ресурсами так небрежно пользуются. Поэтому... Ага, типа какой-то эксперимент, и, короче, сейчас хирурги будут... Будешь выполнять стандартные тесты с системой жизни, а на территории нашей, соответственно... Блин, не успел я. В каждом бункере есть свои инструкции к тестам. Подходишь, берешь задание, выполняешь, сдаешь результаты и все. Ага. Как только ты понадобишься для более серьезной работы, мы с тобой свяжемся. Короче, я так понял, нас будут остановить... И постарайся реже умирать. Трансплантация сознания никогда не проходит бесследно. Да и тела для пересадки не бесконечны. А главное, береги голову. Стою повторять вам, балбесам. Если повредишь мозг, умрешь навсегда. И помни, это все ради науки и все такое. Удачи. Прикольно. Типа у нас пересаживают мозг. Да, я так понял. Другое тело, и мы продолжаем играть. И мы можем сохраниться. Блин, ребята, неплохо. Правда, сейчас FPS стал, конечно, подлагивать. Жесть. Вот, 19 FPS у нас сейчас.
Но тем не менее, я немножко недооценил ребят из Vetter Games. Все-таки здесь есть какой-то все-таки сюжет, так скажем, и продолжение. Но опять-таки, что бы я хотел бы тут, повторяюсь, так скажем, может быть, где-то и опять-таки подметить, что взрывы тут, ну, радиус взрыва тут капец просто огромный. Тут просто заходишь в комнату, взрываешь, ну, подальше от себя эту бочку гребаную, которая взрывается, но все равно получаешь урон. Ну, это немножко нечестно. Ну, даже отбежать, ну, может быть, я еще не наловчился, но тем не менее, как по мне, надо хотя бы, если бы я ближе чуть стоял бы к той же самой бочке и получал бы урон, то понятно, базару нет. Ну, блин, на таком расстоянии ты получаешь урон, но это чересчур, как по мне. Может, многие тоже согласятся, кто уже пробовал поиграть в эту игру. Ого, здорово. Так, а сохраняться мы тут не можем. Ну, мы, в принципе, только что сохранились, да? Прикольно, тут даже есть и лагерь сталкеров. Хавать-то как хочется. Общаться мы пока как-то взаимодействовать с ними не можем. Так. Оружие вам, ну, текстовое этот общение, кажется, точно как в самом сталкере. Кажется, там тоже был, типа, подходишь, они начинают говорить, убирай оружие, там, не знаю, начинают там рандомно высказываться всякие, то и привет, то, блин, ответ. Ну, FPS, конечно, пролагивает. Ничего, я ж опять-таки планирую в следующем месяце. Что, здесь тоже можно сохраниться? А, мы зажигаем костер. А что это, типа, будет открытый мир? Вот так можно будет путешествовать или все-таки какие-то пределы будут? Блин, карты тут не хватает. Если бы карта еще была, вообще супер. А ну да, только проложить настройки и выход. Если бы еще карта тут была, то было бы вообще шикарно. Так, тут у нас радиация. Ну, еще и заодно тут у нас есть аптечки две. Но очень сильная радиация. Так, потихонечку у нас хп отнимается. Так, давайте используем укольчик. Избавимся от радиации. Блин, а в кармане натуре голяк. Блять. Враги. Так. Был бы тут, наверное, кнопку у ворота там, не знаю. Не помешало бы, а то так стоять в тупую в них стоять. Может, я как-то неправильно играю. Может быть, тут немножко не предусмотрен этот момент. Уж не знаю, во мне ли это проблема, то ли просто это тут, этого тут нет, как его, ну, тактики, так скажем, боя. Да ёб твою мать, нахрена ты в эту свинью стреляешь? Задрал. Сейчас патроны сейчас закончится, а он все хочет в эту свинью попасть. Блять, вот это хуёво, да видите, он то, блин, прицеливается, то не прицеливается. Ну, неважно, в принципе, вы справились. А ну тут свинья у нас. Походу мы попадали по той свинье, что она так быстро сдохла. Да беги нафиг. Да что? А, блядь. У нас же этот закончился. А чё он ножом не хочет биться, а? Зараза, а? Походу нам конец. Походу нам конец, нам капец. Вот тут патроны вроде бы лежат. Вроде как. А-а-а. Нас сейчас завалят. Долбанная свинья. А чё он ножом не хочет биться? У нас же нож же был. Ребята, мне пришел звонок. Короче, игра слетела. Как видите, уже вот сохранение. Нажал на продолжить. Все сохраняется, все работает, это классно. Ну, мы будем, наверное, на эту серию заканчивать. Вот. Спасибо, что досмотрели до конца. Опять-таки, игрушка классная. Ну, конечно, еще есть много чего непонятного. Побольше бы, так скажем, обучающих элементов. И не таких, что там вот всплывает по центру экрана. Ты, блин, отбиваешься от этих кабанов, от всех остальных. Это просто текст появляется и исчезает. Это даже, ну, совсем не до текста.
Лучше бы уже там где-то паузами попадали бы эти тексты, ну, советы. Типа нажал и продолжаешь. Лучше уже так бы сделали бы. Я думаю, что так было бы удобнее для игроков, чтобы ты время есть. Прочел, что к чему, и пошел дальше. Прочел, что к чему, и пошел. А не так, чтобы ты бегаешь, бьешься со всеми, не успеваешь ни прочесть. И, ну, сами понимаете. Что еще могу сказать? Игра, ну, есть будущее, надеюсь, Vector Games не забросит этот проект. И мы еще успеем поиграть в нее, сделать видео по ней. Кстати, пишите комментарии, может быть, там дальше что-то я там пропустил, может, там дальше еще что-то новое там. Потому что, например, в предыдущей серии я до этого момента не доходил, даже не знал, что, типа, есть какой-то сюжет, там, поняли, типа, ну, вы поняли. Короче. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравилось, и также можете подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Также можете на группу ВКонтакте, на Discord канал подписаться, ссылки будут в описании. Всем спасибо за просмотр, до встречи, всем удачи, всем пока.